Как сообщает портал лента.ру, порнография стала причиной импотенции. Ну, а с вами Данил Рыжкин, и я совсем постарел, потому что заманиваю вас на это видео очередным кликбейтом и удерживаю вот этим видео. Я уже не знаю, что делать, у меня больше нет идей. Зайничка, может, у тебя есть идея? А? Чё говоришь? Шлёп-шлёп, что? Нужно меняться? Ну, ты моя родная. Тогда меняемся! Порнография стала причиной импотенции. Хороший ли это слоган для видеоблогера? Нет, не хороший это слоган для видеоблогера. Ты так не поймаешь просмотров, и никто на тебя никогда не подпишется. Порнография стала причиной смерти людей. Нет, до сих пор не слишком громкое название. Порнография стала причиной смерти детей. Вот! Вот это название, которое соберет миллионы просмотров за минуту. Порнография стала причиной смерти детей. Причиной смерти детей порнография стала. Смерть детей через порно. Да, да, я прошу прощения, что так сильно топал и... люстра упала на вашу бабушку и убила собаку. Я прошу прощения. Да, и перед прохожими сейчас тоже извинюсь. Сейчас всех. Прошу прощения! Все, да? Да? Все, хорошо. Только не сообщайте об этом Тинькову, чтобы он вызывал ко мне своих ребят. Я надеюсь, мы останемся друзьями, хорошими соседями, так? Ну все, замечательно. Все, давай, до завтра. Завтра тоже попрыгаю, у вас слишком много собак. Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин, и давайте серьезно поговорим о той новости, которую я так долго и странно мусолил в начале этого выпуска. Порнография, которая влияет на импотенцию, ведет к дисфункции нашего пениса. О, и все это пишется в журнале Rolling Stone. Ну что ж, поехали! Не-не-не, стоп, не поехали! Свет, камера, мотор! Ой, дело к ночи, ребятюльки. В общем, в чем прикол этой новостью? В журнале Rolling Stone была опубликована статья, которую потом, естественно, скоммуниздил портал лент.ру, о том, что за последние годы писюны мужиков не встают из-за того, что есть порнография. Ну все, капец, апокалипсис, теперь эта новость форсится в интернете, первая новость в гугле на сегодняшний день, извините меня. И я не понимаю, что мы-то так переживаем. Я понимаю, Rolling Stone — это американский журнал, и в Америке за последнее время было тяжелое состояние, ну потому что, мол, кризис, постоянная война. Теперь Трамп еще президент, и понятное дело, что писюны не стоят, и желание трахаться и размножаться меньше. Нам-то что? У нас все время чистокол колов, кого хочешь сажай и получай плоды. Я вот сейчас со стояком стою, он у меня уже третий день, и я не знаю, что с этим делать. Я уже, блин, все стены заляпал и до сих пор готов действовать. Но не суть. Мне эта новость понравилась, потому что эта новость может... зайти в головы людей, которые, естественно, старшее поколение, и они будут вопить, что да, нахер порнографию, а то у мужиков члены стоять не будут, они не смогут детей делать, и все будет очень плохо. И вот тогда появляется плац замечательных людей, с которыми можно войти в дискуссию, потому что, предположим, что такое произойдет, и, естественно, из-за этого упадет рождаемость, и, значит, освободятся места на парковках, будет меньше людей в общественном транспорте, и будет больше свободного воздуха, можно будет дышать полной грудью. Я вот просто только двумя легкими сейчас дышу, мое третье, ну, отдыхает, потому что здесь не так много воздуха. А так все три легких как открыл, и хорошо. Поэтому, если даже порнография влияет на писюн, и происходит эректальная дисфункция, да вообще почеру. Вообще почеру, будет меньше людей, меньше китайцев, самое главное.
и мы будем свободнее передвигаться по нашей грешной земле. Поэтому ставим лайк, если вам нравится порно, пишем комментарий, если оно вам нравится, распространяем это видео, если хоть раз дрочил на порнографию, и подписывайся на мой канал, если у тебя есть любимые порно-ролики. Ну а с вами был, есть и будет всегда самый порнографичный бородач всего Ютуба и всего интернета, Данила Рыжкин. Не будьте нормальными, будьте порнографичными. Всем спасибо, всем хуй в пизду. Ну а если быть до конца честным со своими подписчиками и зрителями, то весь этот маскарад построен только для того, чтобы привести вот к этому монологу. Мне действительно немного стыдно за то, что я сейчас показывал. Это просто одна из возможностей поймать хайпа, поймать просмотры подписчиков и хоть как-то расфорсить себя в сети интернет. Потому что, ну, андеграунд это, конечно, хорошо, но мне уже надоело оставаться неизвестным и, смотря новостную ленту Ютуба, видеть, какая там мразь находится и какой ужас происходит. И поэтому вот таким вот образом, кривляясь, я пытаюсь вбиваться в тренды. Но вы не расстраивайтесь, я надеюсь, такого более не повторится. Ну а если будет повторяться, то не в таких больших масштабах, и мы выйдем все-таки на нормальный интеллектуальный, так сказать, контент. Ну а если вы досмотрели до этого момента, то спасибо вам за поддержку. Распространяйте это видео. Давайте поддержим бородача и на миллион просмотров! Мы должны выйти на миллион просмотров и на миллион подписчиков! Мы обгоним всех! Николая Соболева, Ивангая, Ларина, Хованского и Пьюдипая! Всех, черт возьми, обгоним, ёб твою мать! Я все время тебе лгал! Я вообще не пчела!